Приветствую вас. Здесь очень многое определяется такими вещами, как стереотип поведения, моральные нормы и прочее. И мужчинам внушают, что если девочка на начальных этапах отношений вступает в интимные отношения, то она ненадежная, то она легкого поведения, что ей нельзя доверять и прочее. Хотя это бывает не всегда, иногда люди вступают в близкие отношения на первом свидании и после этого живут долго и счастливо. То есть здесь зависит от индивидуальных особенностей, но в основном вообще мужчины любят добиваться, да. Потому что когда мужчине легко все-таки достается, он это не ценит и, соответственно, этим не дорожит. Нет, ярко выраженного негативного отношения к такой девушке у него нет, но, тем не менее, если она легко ему далась, то нету никакого эмоционального выражения у этой девушки для мужчин, нету какой-то, знаете, какого-то элемента состязательности, нету элемента трудности, достижения, завоевания, а поскольку мужчина, он по своей природе все-таки завоеватель, то если чувства не вспыхнули с первого взгляда к такой девушке, и у девушки тоже не вспыхнули чувства с первого взгляда к мужчине, то, скорее всего, мужчина будет относиться к такому человеку холодно и не будет в должной степени ей дорожить. Мужчины любят, когда девушки торопливы, если не планируют с ними серьезных отношений. А если отношения серьезные, то наоборот, любят, когда подождать, когда побольше позавоевывать, побольше подобиваться и так далее. То есть, как вы понимаете, все зависит от того, какие планы у мужчины на девушку. Если просто провести время, то здесь наоборот, долгое промедление убьет все удовольствие и желание. Если серьезные отношения, то здесь необходимо вести себя неторопливо, размеренно, чтобы все развивалось правильно и тем самым обеспечивалось бы доверие, уважение друг к другу и прочее. Надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим.